12 июня наша страна отметит День России. В преддверии праздника на протяжении 10 лет в нашей стране проводится молодежная акция «Я люблю тебя, Россия». В этом году она пройдет в удаленном формате и без массовых мероприятий. Зато теперь у праздника появились новые традиции. Тверские студенты, подхватив инициативу других вузов России, уже вывешивают на балконах своих общежитий государственные флаги. Подробности далее. Студенты политеха закрепляют триколор на балконе своего общежития. Теперь два девятиэтажных корпуса украшают флаги. В этом году режим ограничений внес свои коррективы в празднование Дня России. Поэтому ребята решили присоединиться к акции «Я люблю тебя, Россия» вот таким образом. Те малочисленные группы студентов, которые, несмотря на трудный период времени, остались в общежитиях, решили также поддержать патриотические устремления и выйти на балконы общежития, вывесить флаги Российской Федерации. Основные мероприятия накануне, непосредственно в день праздника, 12 июня, проходят в режиме онлайн в социальных сетях. На странице ВКонтакте «Молодежь Твери» мы размещаем несколько информационных постов, акции «Я люблю тебя, Россия», призывающих и популяризирующих этот праздник среди молодежи. И также проводим различные развлекательные посты. У нас есть викторины, квесты «Открывая Россию». Что касается всех жителей Твери, то при желании они могут принять участие в акции «Окна России» и украсить окна своих домов рисунками или надписями, посвященными нашей стране и Тверскому краю.